приглашаю в бестолковый базарной мир Текса Эйвери. Озорной мир Текса Эйвери. Текс Эйвери. Толстый еще толще. Привет, Сид! Мы с Чейстиди собираемся совершить тур по злачным местам города. За бабками дело не станет. Спасибо, что согласился быть нашим телохранителем на время свидания. Телохранитель? Это вряд ли. Свидание-то мое. Мне пришло в голову, может, нам стоит немного потолстеть? Сид, как ты думаешь? Сид? А? Я опередил тебя, Текс. А значит, скоро-скоро я стану ее пупсиком номер один. Не могу допустить, чтобы Честиди достался такой негодный товар. Надо срочно подкрепиться. Продолжаю пухнуть. Пирожковая компания Ларри, чего желаете? Желаемки, да, покалорийней. Сливки там, мороженое. Привет, ребята! Платит тот толстяк! Тот толстяк! Сдачу оставь себе. Я это и собирался сделать. Ведь вы бы не стали меня преследовать. Не думаю. Ты с ними по-хорошему, так нет же. Пирожковая диета. Воруешь пирожки? Помогите! Эй, ты, жертва диеты. Похоже, в этой маленькой игре победил я. Честь не станет моей. Не торопись. Сейчас же верни мне мое жирное пухлое тело. Еще чего размечтался. Жир мой. Пока. Так нечестно, паразит. Честиди от Сида. Гляди-ка, Честиди не притронулась к твоим конфетам, Сидни. И к твоим тоже, Текси. Она складировала коробки, потому что мы оба худышки. Доброго. Доброго.
Здравствуй, Честиди. Хорошо провела время? Что с вами стряслось? Мы узнали, что ты закрутила роман с толстяком, и решили... Что побеждает жирнейший, а самый жирный я. Размечтался, костлявый. Заткнись, заморыш. Ну-ну, тише. Если вас интересует мое мнение, то могу заявить, что из вас двоих Текс явно толще. Правда, дорогой? Вот только меня привлекают не жировые отложения того парня, а банковские. Спасибо за материальную поддержку, жиртрест. Девчонка моя. Не думаю. Прокатимся, Честиди. Вау. Ну что, по пирогу? Пожалуй. Муха Фредди. Испеки мне торт. Ну что, Аманда, придумала уже, какой деликатес пожертвуешь на благотворительную ярмарку пекарей-любителей? Ты имеешь в виду сбор средств для неудачников с уровнем жизни ниже черты 10 миллионов долларов? Несомненно, нужно помогать бедным. Представь, мы, сверхбогачи, будем печь своими собственными руками. Знаешь, на кухне я творю чудеса. Если бы ты меня только видела. Чао, какао. Я испеку торт. За торт ты мне испек, сестра. Привет, кроха. Как дела? Шеф-повар, ты свободен. Сегодня я буду готовить сама. Начнем. Живей, живей, лакей. Сверхсекретный беспроигрышный рецепт торта моей бабушки. Линдберг уже приземлился. Итак, начнем. Две чашки муки. Отлично, приступаем. Чашка сахара. Три свежих яйца. Прочь, вредные. Хам. Теперь сократитель. Ну же, мне нужен сократитель. Если ты так просишь, крошка. Достаточно коротко? Скажи спасибо, что мне надо печь торт. Взбить вручную, добавить две чашки шоколадной стружки.
Умри, несчастная муха. Что ты сказала, крошка? Выпустите меня отсюда! Где ты, паразит? Ладно, крошка, игры закончились. Запросто. Собрались здесь, чтобы предотвратить преступление против состоятельной человечности. Никто не должен носить прошлогоднюю норку, если существует хоть один шанс приобрести новую. Итак, демонстрируем вашему взору наш первый благотворительный лот, любезно предоставленный показательно отсутствующей Амандой Банши. Кто желает приобрести эту красотку? Я. Да я тебя. Нет! Я тебя! Скузи! Скузи! Пит из Помпеи. Граф Данюла. Ну все, все, проснулся. Что у нас на завтрак? Ёлки-палки. Милочка, в доме опять вышла вся кровь. Ты сам ее допил вчера. Может, выйдешь, добудешь? Почему я? Я уже замучился постоянно таскать в семью кровь. Ладно, сиди дома. Но прежде подумай о детях, родных детях ночи. Ладно, ладно. Что же предпринять? Бонжорно! Пит из Помпеи, передвижная пиццерия, утоление любых видов голода. Гарантировано. Голодало? Да, я несколько проголодался. И представьте, итальянские вариации будут очень кстати. Прошу, прошу. Крупно полыхало. Пора подкрепиться. Окей. Ладно, за работу. Не пускаешь? Хороша, Шаша. Сильно голодала. Что было в этом соусе? Чеснок! Острая салса.
Вода, вода! Где ты брал эту воду? Самый святой источник воды. Поем. Полная голодала. Я уже заколебался падать. Должен же быть какой-то выход. Наконец-то перекушу. И на этот раз без шуток. Высоко-то как. А теперь я высосу из тебя твой жизненный сок. Выпью твою кровь. Un momento. Для пиццы. Для полного голодала. Я не по пицце проголодался. По крови соскучился. Эликсир жизни. Я должен... Мне срочно нужно в гроб. Но сначала... Сначала... Отвратительная работа. Пицца? Пицца? Ла пицца. А? Какой дивный запах. Пицца свежая. Очень вкусно. Я изголодала. Режиссер Дэниел Швол. На русский язык фильм озвучен компанией «Хлопушка» по заказу видеостудии торгово-промышленной группы «Рейнфорд».